НКО, не НЛО. В фантастических романах появление НЛО вынуждает землян проявлять самые лучшие человеческие качества. Готовность сотрудничать, обмениваться знаниями и технологиями. Сострадание к странникам и стремление помочь им обрести дом. Способность уважать тех, кто не похож на нас, находить общие интересы и дружить с ними. НКО, некоммерческие организации, проявляют лучшие человеческие качества, помогая людям в трудной жизненной ситуации. Для этого нужны профессиональные знания, и поэтому сотрудники НКО много учатся, в том числе друг у друга, разрабатывают и осваивают эффективные социальные технологии. Обучение и производство стоят денег. Чтобы помогать другим, нужны помещения и транспорт, оборудование и расходные материалы. И это тоже стоит денег. Для большинства специалистов работа в НКО не хобби, а основная деятельность. И этой работы мало не бывает. Чтобы оплачивать их непростой труд, тоже нужны деньги. Не имея стабильного финансирования, НКО вынуждены много сил тратить, чтобы обеспечить себе возможность работать и помогать людям. Для того, чтобы привлечь необходимые ресурсы, НКО обращаются за помощью к бизнесу, участвуют в конкурсах грантов, привлекают частные пожертвования. Некоммерческие организации с благодарностью принимают любую помощь, позволяющую им работать и приносить как можно больше пользы. И помогать им можно по-разному. Можно стать волонтером и вместе с сотрудниками НКО совершать полезные дела. Можно поддержать деньгами, и эти средства НКО используют для реализации своих проектов и программ. Через проекты и программы НКО помогают лекарствами и средствами реабилитации, сохраняют памятники и зеленые насаждения, обучают, развивают, объединяют и делают много других нужных дел. А можно рассказать о полезных инициативах некоммерческих организаций соседям, друзьям и коллегам, чтобы и они могли стать сторонниками, волонтерами, благотворителями. Поделись этим видео. Пусть как можно больше людей убедятся, что НКО вовсе не НЛО. Зайди на сайт и узнай больше здесь. www.nko-nlo.ru